Рейд начали с города Видное. Комиссия исследовала Расторгуевскую часть. В администрацию поступает много писем от местных жителей с жалобами на организацию проезда и отсутствие пешеходных зон. Проблемные места – это, конечно, Расторгуевской части города. Там очень много всяких переулочков, которые, так скажем, в ненадлежащем состоянии находятся. Что с качества дороги, что травяное покрытие рядом с дорогой. Окос не осуществлялся. Как рассказал главный специалист территориального отдела номер 25 Госадмтехнадзора, к Дорсервису, который обслуживает данную территорию, будут выдвинуты требования, чтобы нарушения были устранены в срок. С 11 мая был запущен регулярный автобусный маршрут номер 10 Петрушино-Видное. Он проходит по Булатниковской улице. Но от перевозчика Видновского по АТП стали поступать недовольства, что большой автобус не может проехать из-за припаркованных машин. С одной стороны дороги поставили знак, запрещающий стоянку автотранспорта, но и он не помогает. Были приняты временные меры. Пущен вместо большого класса автобус малого класса, чтобы он мог здесь проходить. Вот сейчас в ближайшее время внесем изменения в проект организации дорожного движения в плане установки вот этого знака запрещающего. Установим знак. График таких рейдов составлен по всем поселениям. Обследование территории пройдет в течение 2 недель. Также внимание будет уделено объектам несанкционированной торговли, находящимся у проезжей части. По результатам такого выезда у нас составляется специальный акт. Мы указываем там и ответственных, и сроки. Вот. Что-то мы ставим, естественно, в планы 2017 года, потому что в ходе объезда мы также уже приступаем к планированию того перечня дорог, которые мы будем ремонтировать уже в 2017 году. Вот. Так что это такое комплексное большое мероприятие, которое в итоге, я думаю, даст очень хороший положительный результат. Наталья Буслаева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.